Чтобы вместить читателей другого известного в России писателя, не хватило медиа-центра ярмарки. Для них подготовили площадку в областной научной библиотеке. Специально для встречи с Алексеем Слоповским, нашим земляком. Автором многих произведений, по мотивам которых было снято немало сериалов. Один из последних – «Тонкий лед». Также среди экранизированных книг такие произведения, как «Участок», «День денег». Диалог был построен в виде непринужденной беседы. По словам автора, на встречу с читателями он пришел с большим удовольствием. Также положительно Алексей Слоповский воспринял новости о проведении в городе международной книжной ярмарки «Волжская волна 2016». Замечательно, потому что с чтением, с книгами у нас проблемы. Проблемы всем известны. Что об этом говорить? И любое мероприятие, которое как-то стимулирует интерес к книгам, к чтению, любое мероприятие я приветствую, тем более в Саратове, в городе культурного, с большими традициями. И, конечно, это здорово.